2017. Настоящая художественная галерея под открытым небом появилась на Ставрополе. В городе Солнечнодольск проходит фестиваль уличного искусства «Культурный код». Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Размеры картин, так называемых «муралов», поистине огромные. Вместо холстов – стены домов. Цель фестиваля – познакомить зрителей с самыми яркими направлениями современного искусства. Работы представили художники из разных стран. Среди них как звезды стрит-арта, так и мастера в подобном амплуа, выступившие впервые. У нас направление как раз лаковая миниатюра, она заточена чисто именно на реализм, но с очень высоким уровнем детализации. Поэтому для нас это родное. Приходится доводить кистями, вначале подложку делали баллончиками, а потом уже детализацию уже одни кисти.